Telegram представит собственную блокчейн-платформу, криптовалюту и платежи в приложении. Масштабное ICO планирует провести мессенджер защищенных сообщений Telegram, собрав до 5 миллиардов долларов. Блокчейн-платформа получит название Telegram Open Network TON. Это будет блокчейн третьего поколения с возможностями нового уровня. Пользователи будут осуществлять внутренние платежи посредством токенов с названием Gram. Планируется объединить как централизованную, так и децентрализованную инфраструктуру, поскольку полностью децентрализованная сеть не масштабируется так быстро, как TAO, который есть некоторые элементы централизации. Поэтому создатель мессенджера Павел Дуров уверен, что у Telegram должен быть собственный блокчейн.